Новости спорта. Ежегодно Дворец спорта «Видное» распахивает свои двери для юных спортсменов-дзюдоистов. Открытое первенство Ленинского района по дзюдо – традиционные соревнования, которые уже в течение 10 лет подряд выявляют самых сильных и умелых спортсменов. Турнир этого года является квалификационным. Победы, одержанные на данных соревнованиях, идут в зачет на выполнение спортивных разрядов. Открытое первенство Ленинского района по дзюдо – масштабное спортивное мероприятие. В этом году в числе участников 21 команда из спортивных клубов Москвы и Московской области. Это юноши и девушки от 8 до 13 лет. Тренируясь и повышая свое мастерство, юные спортсмены-дзюдоисты с удовольствием приезжают на турнир посоревноваться друг с другом. Ты давно занимаешься? Сколько? 3 года. 3 года? У тебя уже успехи какие-то есть? Какие? 10 первых мест, 4 третьих и 1 второе. Как интересно было наблюдать за ребятами, участвующими в поединках. Выходя на татами, они демонстрировали захваты, движения и удары. Несомненно, дзюдоисты обладают гибкостью и ловкостью, но не только этому способствует данный вид спорта. Выдержка, терпение, трудолюбие, уважение к старшим. Хоть дзюдо является и единоборством, это относительно не травмоопасный вид спорта. Наряду с мальчиками девочки тоже охотно занимаются дзюдо. Мне нравится тем, что можно себя защищать в любом момент. Там, можно занимать первое место. И как бы нравится тем, что уважают мальчишки с моего класса. 9-летняя Анжелика Ковалева из города Подольска хочет связать свои занятия по дзюдо с будущей профессией. И надо сказать, ей это неплохо удается. За 3 года тренировок 6 первых мест в соревнованиях. Мне нравятся вообще сильные все тренировки. Хочу себя защищать. Но вообще хочу стать вот в будущем как тренировкой по дзюдо тренером. Для того, кто посвятил дзюдо много лет, этот мир спорта особый. Ну, мне интересно, когда приходят ребята с улицы, которые ничего не умеют и не понимают, и открывать для них мир дзюдо. Интересно, когда они, проигрывая в первое время, от соревнований к соревнованию начинают побеждать. Вот это мне интересно. Видеть радость на глазах у детей, у родителей. Начинающих спортсменов оценивали судьи соревнований. И после подведения итогов чемпионы в каждом весе стали заслуженными обладателями кубков Ленинского района, медалей и памятных грамот. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.